Вы на канале «Воды с нами. Дальние страны». Сегодня мы показываем в Екатеринбурге современный супермаркет, гипермаркет «Веермолл». Очень такой шикарный, большой, элегантный. Ну, вообще, можно сказать, даже современного типа. Вот он. Пойдемте посмотрим, все увидим, все покажем. Вот она площадка такая детская. Летом все и на самокаты, велосипеды, все в аренду сдается. Вот такой вход, такой оригинальный, современный Веермолл. Романчик ходит, верхнюю пушку. Не видно, конечно. Вот пожарная машина американская. American La France, 29 год, 1929, гардероб, и на третий этаж лифт, эскалатор. Пойдемте посмотрим ближе еще. Вот тоже машины, вот выход. Так, тут еще у нас лодка. Катер «Волга», проект 343, 58-57, Донна Оливия. Тоже такая обеденная зона. Красивая. Вот внизу тоже выставка машины и мотоциклы. С этой стороны тоже модели машин старинных. Название. С третьего этажа тоже вот вид, тут тоже сцена у них, и сам вот вид, ну как бы в Алмазе, на Алмазе тоже как бы в Челябинске показывали, там тоже, ну тут побольше. Мне кажется, гипермаркет уже. Значит, тоже тут пожарная машина, старинный лифт. Вход, выход. Шикарно тоже делают. Пицца, Кинг-Конг, пицца. И тут в третьем этаже KFC, обеденная зона, фудкорт. Много-много тоже кафешек, ресторанов. Так бы вид был. Как бы тоже такой отличный. Ну, вот они машины, лодки, даже лодка есть сверху. Видно город. Веермолл, очень большой гипермаркет. Вот второй этаж тоже. Как бы выставка, вот Розоу. Машины. Сейчас поближе подойдем, посмотрим тоже. И макеты, смотрите, животных, Веермолле, олени, буйволы, что ли, тут интересно тоже посмотреть поближе. Там Веермолл, Екатеринбург, название даже, да, что тут есть. Бери животных, вот тоже буйвол капский, западная канна. Вот тут антилопа канна и куду большой южный. Табак продают, ну много другой одежды, много очень всего-всего. Вот концертная зона, тут концертная. Паровозик уехал, тут проводят площадки. Тоже вот красиво тут. Крыша красивая тут тоже, современно сделана. Вы на канале «Воды с нами. Дальние страны». Подписывайтесь на канал, будьте в курсе наших новых путешествий и приключений.
ермуля такой на первом, на втором этаже. Типа сцена. Тоже вступают зрители. Паровозик, где возят. Магазин такой, супермаркет, гипермаркет, ермул, кинотеатр, кафешки. Другой старинные модели машин. Магазинчики. Посмотрим дальше. Вот тут ракурс с этого стороны тоже. В принципе. Говорят, джинс. Много всяких магазинов. Вверх посмотреть тоже красиво, правда? Дальше пойдемте посмотрим. Ламель. Третий этаж. На первом этаже там. На третьем вроде у них обеденная зона там. Ну что, всякие кафешки. Ну, тут диван.ру, диваны продают, мебель. Все так удобно, комфортабельно сделали тут. В принципе, большой современный гипермаркет. Ну, Алмаз Челябинский тоже примерно похоже, но тут просто поновее, посовременнее сделано тоже. Симолет, гипермаркет тоже продуктовый, промышленные продуктовые товары. Вот и связной, мегафон, ГТС, подключение и зоомагазины, зоотовары, суши-маркет, тоже суши-роллы продают. Также аптеки всякие, в принципе, все современно сделано для улучшения качества людей. Большой тоже супермаркет, гипермаркет вот продуктовый сделан. Видите, как кофе можно попить. Также всякие принадлежности к кальянам, электронные сигареты для детей в машинке. Можно взять, покататься в аренду, упаковочные товары, подарков, кафе. Там Летуаль, Снежная Королева. Идемте дальше смотреть. Сверху тоже тут на втором этаже вроде, на третьем находимся, картинные галереи, тут маты для детей, тоже пуховики, тут много магазинов всяких, Сара, Стольник, Андей, Крупс, указатели также по-современному сделаны. Вот внизу Нью-Йоркер, проходили рекламы, открытие магазина, вот, и открытие Герс, рабочие места даже требуются, ну, в принципе, очень современный
большой, насыщенный такой гипермаркет, супермаркет. Много тоже как бы со второго, с первого этажа эскалаторов, лестниц подъемных, лифт. Очень удобно, оригинально все сделано. Здравствуйте. Магазинов Gloria Jeans, Zenden. Кости. На второй этаж тут площадка даже выступает, артисты бывают, приезжают. Вот, в третьем этаже тоже. На третьем этаже вот такой тоже обзорчик. Прекрасный. Машинки старинные. Показывали вам. В принципе, такой красивый, современный, новый гипер-супермаркет VR Mall. Тоже как бы вот машины, коллекция вон там, с этой стороны тоже прям покажем поближе. Здесь много очень, кинотеатр, детский мир и всякие тоже отельчики, кафешки. Направления, указатели, очень удобно как-то. Как я говорил, прекрасный самый супермаркет, современный, новый. Где-то, может быть, открылся, наверное, год, может, назад, может, полтора, не больше 2 лет. Тостин, отдельчик. Смотрите, как тут тоже красиво сделано, и проходная, пешеходная зона, и эскалатор. Тоже тут все удобно, как оригинально все придумано. По-современному и вверх. Офигенный такой сделан. Продумано так эффективно. Тут указатели, что где что находится. VR Mall. Вот здесь же покажем, вот здесь кинотеатр, Мегаленд, все указатели магазинов. В принципе, удобно так. Вот места для отдыха. Уже как бы зеленение. С третьего этажа так. Такой вид на второй этаж. И там первый типа вход-выход, там красиво все. И фри тут. Много всяких магазинчиков, указателей современные. В принципе, все удобно, современно. Тут можно отдохнуть, настольный теннис даже поиграть, взять на прокат. Пойдемте посмотрим тут ближе. Выставку еще машины и мотоциклов. Ну вот мотоциклы тоже старинные. Ява, даже 78 год. Все экспонаты представлены в музейном комплексе ГМК, Сибирская область, верхняя Пышма, БМВ, даже мотоцикл. Ну, мотоцикл шикарный очень. Ну, тут тоже вот реклама, Зарина и Рекер. Много всяких машин. Тоже реклама, выгода. Ховал. Машины тоже. Вот. Вид с этого. Ну вот. Показали вам VR Mall. Магазинчик. Такой большой супермаркет, шикарный. Желаю всем счастья, удачи, здоровья. До свидания, до новых встреч, друзья. Пока-пока.